Дзюба. Мы благословляем на служение Олега, на служение диакона. We are blessing Oleg on the ministry as a deacon. Он уже в этом служении много лет. He is already in this ministry for many years. Поэтому церковь его уже благословила. Therefore, the church has already blessed him. Сегодня мы будем рукополагать его Today на это служение. Today we are going to ordain him for this ministry. Виталий и Женя. Vitaly and Eugenia. Пастор Блейн уже немножко рассказал об этой паре. Spoke a little bit about this couple. Они действительно очень громко молятся. They truly pray very loudly. Очень громко молятся. Very loudly. Мы поставили даже чуть-чуть шторки, чтобы меньше на улицу было слышно. We put some blinds on the window so. Они ведут служение молитвы. They are going to be in the prayer ministry. Служение исцеления, освобождения. Praying of healing or freedom from bondage. Служение ходатайства. The prayers of intercession. То есть служение молитвы – это ответственность Виталия и Жени. Prayer ministry is the responsibility of Vitaly and Eugenia. Сергей и Оксана Бруцкий. Serge and Оксана Бруцкий. Сергей, он избран молодежью. Serge was chosen for the youth. Он молодежный пастор сейчас. He is the youth leader right now. В будущем он будет иметь большее служение. In the future, he'll have a greater ministry. Он готовит замену. He is preparing someone to take place. Но сегодня мы его рукополагаем служение пастора. We are ordaining him. Так же, как и Виталия, мы рукополагаем на служение пастора. We are ordaining Serge as a pastor and a Vitaly as well. Еще одна парочка. Another couple. Александр и Марина Назаренко. Alex and Marina Nazarenko. Вы знаете, очень интересно началось служение Саши. You know, the ministry of Alex started out very Однажды interesting. На молитвенном служении once он поднял prayer, всех и сказал, once in prayer ministry, he raised everybody up and said, послушайте, давайте мы будем молиться за мужиков, чтобы они были мужиками. Listen, let us pray for the men, for them to be men. Вы знаете, он начал эти молитвы. You know, he started these prayers. Мало того, он за время начал мужское служение. And not only that, he started men's ministry. Кстати, это служение мы скопировали от пастора Блейна. And we copied this ministry from Pastor Blaine. Пастор Блейн – это начальник этого служения. Pastor Men's Blaine Breakfast is называется. The leader of this ministry. It's called Men's Breakfast. Поэтому мы благословляем его сегодня на пастора. И он будет пока что продолжать это служение. And дальше Бог знает. He is going to continue this ministry, and then after that, God knows. И вот самая молодая пара. And here is the most youngest couple. Игорь и Таня Кондратюк. Igor and Tanya Kondratyuk. У него last name, как у меня. He has an awesome name just like мой однофамилец. He is one of my relatives. Сейчас он занимается служением associate pastor. Right now he is an associate pastor. То есть он заменяет меня. So he is my replacement. В будущем Бог имеет для него большее служение. In the future, God has a greater ministry for him. Во имя Иисуса. Lord Jesus, I thank you for the gift of intercession. And you have laid on this couple's heart a desire to have a connection with your heart that may be able to speak what is on your heart. Во имя Иисуса Христа. Jesus Christ. Мы благословляем Сергея и Оксану. We bless Serge and Oksana. На посвящение в служении Тебе, Иисус. To anoint them, Lord, for ministry in You. Мы просим Тебя, Святой Дух, чтобы Ты сошел в обильной степени. We ask You, Holy Spirit, to come abundantly upon. Чтобы никогда не было скудным Твое присутствие в его жизни. So that there would never be a shortage of Your presence. Мы благословляем его, чтобы. Child of Christ.
Во имя Иисуса Христа, Святой Отец. Christ, я благодарю Тебя за тот дар, который Ты поднял в этой прекрасной паре. Отец, я благословляю сегодня этот чудесный дар Божий. Father, I bless this wonderful gift today. Я прошу Тебя, пусть Твоя власть, may your authority, пусть Твое сильное помазание, may your strong anointing, наполнит их служение. Fill their ministry. Когда они будут говорить слово, when they are going to speak the word, они будут говорить как власть имеющие. They will speak as though they have authority. Слово, которое будет Hallelujah. 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 Heavenly Father. Небесный Отец. We anoint. Мы помазываем. This day. В этот день. This couple. Эту пару. For the preaching. На служение. Of the word of God. Чтобы говорили слово Божие. Heavenly Father, I pray the message of the gospel. Чтобы они несли слово Его. Keep them in your truth. Веди. Lead them. И всегда будь с ними. And always be with them. Будь в их устах. Be in their mouth. Будь в их разуме. Be in their mind. Будь в их глазах. Be in their eyes. Будь в их ушах. Be in their ears. Будь в их руках. Be in their hands. Будь в их теле. Be in their bodies. Чтобы слава Твоя, so that your glory, совершалась через их служение. Would be committed through their ministry. Чтобы огонь Твоего Святого Духа, so that the fire of the Holy Spirit, двигался через каждого из них, would flow through each one of them, зажигая новые и новые костры, igniting new and new fires, во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Аллилуйя. Так с этого момента вы можете не только звать пастор Василий Царь, диакон Олег. Теперь можете звать пастор Виталий. Он рукоположенный и благословенный пастор. We ordained him as a pastor. Это пастор Сергей. This is Pastor Serge. Пастор Александр. This is Pastor Alex. Назаренко. Назаренко. И пастор Игорь. And Pastor Igor. Мой однофамилец Кондратюк. Родители, спасибо вам. Parents, thank you. Я просто хочу склониться и сказать спасибо вам. I just want to kneel and say thank you. За тех прекрасных служителей, которых вы вымолили у Бога. For the wonderful ministers that you've prayed for. Которых вы подняли на руках ваших молитв. That you've raised up in your hands in prayer. Спасибо всем родителям. Thank you to all the parents. И те родители, у которых дети маленькие. Those parents who have little children. Продолжайте молиться. Continue to pray. Продолжайте провозглашать Слово Божье. Continue to proclaim the word of God. Знаете, почему я Игоря сегодня рукоположил на служение? Do you know why I ordained Igor? Когда ему было 2 годика. When he was 2 years old. Он однажды мне заявил. He once said to me. Я буду пастор. I'm going to be a pastor. Слава Богу! Praise God!